20 лет назад я вот этой молодой девушке сделал предложение, и она согласилась выйти замуж, создать семью, вот так вот совместно пойти. А где мы познакомились? Мы с ней ходим в одну общину. Мы в христианскую, в церковь, и хорошо друг друга знали. Вот. И когда пришло время, уже возраст пришел, я понял, что это моя судьба. Вот так вот сердце подсказало. Я не ожидала, если честно, что он сделает мне предложение. Но так, конечно, я думала об этом, о замужестве, хотя мне было 18 лет, но уже думала, как бы, как будет, что будет. И когда он уже подошел и сделал предложение, то у меня уже начались свои какие-то мысли, и с этого и началось. А ты до этого не дала к нему какие-то требования? Нет. Она была молодая, да. Не успела продумать все это. Но я была слишком молодая. И поэтому я даже особо об этом не думала. Хотя, не знаю. Нет, я не думала. Да она голову потеряла просто. Она стесняется сказать, что она голову потеряла. Когда присматривался, конечно, у меня были какие-то критерии, по которым я выбирал. И она полностью подходила под эти критерии. Но любовь мы познаем в процессе жизни. Настоящая любовь, когда это не просто чувство, это когда отдача, это когда жертва. Вот это и есть любовь, то есть это проявляется она на деле. Мы так понимаем, и я, и Алана, понимаем, что дети – это плод любви двух людей. И поэтому думать о том, много их или мало будет, мы так понимаем все-таки, что вопрос жизни и смерти принадлежит Богу. И мы этот вопрос доверили Богу. Вот на данный момент у нас 7 детей, и просто я представить не могу, что кого-то из них могло бы и не быть. Вот. Как-то не представляется такое. Мы очень рады и даже с нетерпением ждем следующего. Если Бог даст, да. Я, например, хотела много детей иметь, когда еще даже не замужем была. Не то, что хотела, я как-то... У меня внутри была такая уверенность, что у меня будет много детей. Хотя 7 – это не так уж и много, я думаю. Но я считала, что у меня много детей будет. Для меня это не так уж и много. Когда даже одного нету, то уже как-то кажется, как будто там несколько человек отсутствует. Да, даже одного нету, или где-то в школьной учебе, сразу чувствуется скучно, сразу думаешь, чего-то не хватает. Да. Вот так мы привыкли как-то. И намного веселее, и дружно бывает, когда нас много. Угу.
А тяжело было поначалу? Ну, конечно, тяжело, как без трудностей. И по-всякому бывало. Но сейчас в плане физически как бы мне легче, потому что уже старшие побольше стали. Но младшему 3 и вот 5 предпоследнему тоже, как бы они не такие уж маленькие. И намного легче. Когда они взрослеют, тут другие, ну, другие проблемы, другие переживания уже начинаются. Ты в школу пошел, другие переживания, например, там школу закончил, еще одни переживания прибавились. Поэтому пока они есть, дети всегда для мамы будут маленькие. И, ну, дети всегда будут детьми, переживания всегда хватает. Когда болеют, тоже не спишь. Ну, у Аланы со сном всегда хорошо было. Я удивляюсь, она спит, телефон звонит или еще что-то, не просыпается. Чуть-чуть ребенок там застонал, я не знаю, это слух, наверное, настроен. Она сразу проснется, бежит и смотрит там что-то. Вот как-то так отрепетирован у нее сон. Да. С первой попытки или с седьмой? Нет, не сразу, не сразу. Со временем пришло такое чувство. Десятое или какое-то. А в планах сколько у вас детей? Ну, так мы не планируем, в принципе, сколько. Ну, хотелось бы до 10 хотя бы догнать. Не страшно? Нет, не страшно. Она мужественная, да. Ну, я думаю, самое ответственное – это привить ценности правильные с детства. Вот это самое, я думаю, на что обращать внимание. Правильные ценности, потому что вот как с детства они начнут жить, так и дальше эти ценности останутся. При любой профессии, там положении, все, а вот ценности, они остаются. И поэтому очень хочется, и мы это старались прививать такие человеческие качества, чтобы они подальше держались от растления какого-то, от греха, от зла такого. Вот очень переживаю об этом. Ну и слава Богу, получается, очень рады. У нас каждый четверг в столовой номер 1 проходят благотворительные обеды в 4 часа. Люди приходят уже на протяжении 1,5 лет. И наши дети, вот моя семья, активно в этом участвуют. У меня есть желание, чтобы они с детства учились делать друг другу добрые дела, людям. Вот. И многие люди сюда приходят не просто даже покушать, а для того, чтобы пообщаться. Им одиноко, им как-то грустно бывает. Вот. Ну а здесь они находят такое хорошее, доброе общество. Мы с ними общаемся, беседуем и прививаем такие хорошие духовные библейские ценности. О Боге говорим, о любви. Если бы не папа, я бы не занимался, потому что не организовал бы такое. Бог никогда не подводит. Никогда не было такого, чтобы я вопрос какой-то доверил Богу, а Он меня подвел, обманул или еще что-то, да, или я обманулся в пустых надеждах. Такого я никогда не наблюдал. Мы научились доверять такие серьезные вопросы Богу тоже. И с Божьей помощью смотрим на способности, смотрим, у кого что лучше получается. Их желания учитываем тоже, детей вот старших. Младшие пока смотрим, ну, младшие они такой возраст. Ну, а старшие, слава Богу, потихоньку идут. И на опыте уже старших, я думаю, уже не страшно и младших как-то дальше вести. А вы не думали о приемном ребенке? Честно, думали. Думали, да. Думали. Ну, есть некоторые трудности и некоторая ответственность такая. К этому надо, конечно, решиться, прийти. Это не то, чтобы взял, не понравилось, отдал, как бы так. Угу. Даже и на такое не думаем, не рассчитываем. Если брать, то уже до конца идти, полюбить как своих, а иначе смысла нету. Ну, есть свои трудности, так как мне физически сейчас тяжело все, и как бы думал. Ну, может, Бог даст, придем к этому. Лет 10 назад я заболел, почечная недостаточность, и она привела меня к диализу. И на данный момент я инвалид первой группы.
прохожу процедуры диализа через день. Ну и физически работать уже тяжеловато, конечно, соответственно, семью кормить и так далее. Поэтому эта ответственность, если брать со стороны ребенка, то уже об этом тоже думаем, как оно, тянем, не тянем. Ну, пока, слава Богу, все хорошо в этом плане. Бог дает, и мы радуемся. Старшая у нас дочка наша Авигея, она увлекается английским языком, очень сильно любит языки, сейчас испанский учит. Ну и монтаж видео она помогает. Вот у нас ролики есть, у нас есть канал, она помогает видео монтировать. Вот, стихи пишет она у нас, да. Такая способность есть, любит стихи читать и писать, тоже сама пишет. Так, сын следующий, Вениамин, он у меня помощник, просто помощник по дому, работает, он мебель собирает уже, так, зарабатывает и помогает мне такую большую семью кормить тоже, все. В общем, Сара наша следующая, она музыкальная, учится в школе, в этом году заканчивает, и фортепиано, это ее любимый инструмент, любит, играет. Валерик у нас еще, ну, он очень сильно любит футбол. Всех футболистов знает. И младших заразил, и они тоже всех знают по именам. Я забыл сказать, что еще у нас Сара любит готовить. Готовить печь. Любит. Печь любит больше даже, да, так. Сладкое еще что-то. У нас бабушка профессиональный повар, и вот как-то передалось им так вот. И Валерик у нас тоже любит готовить что-то такое. Он говорит, вырасту поваром буду, да. Кристина. Ну, Кристина тоже очень любит петь. Она ездит со мной даже. Вот у нас, я руководителем же ансамбля являюсь. Вот я ее с собой несколько раз брал. Она поет у нас на сцене. Все, вот как-то вот это ее любимое занятие. С папой ездить и петь. Я люблю вообще такие спорт. Тренироваться. Любишь спорт? Я тренироваться люблю. Какой у тебя футболист любимый? Я вам уже 50 раз сказал. Ну, ты им же не сказал. Ты им скажи. Криштиану Роналду. А он еще играет? Он играет. Играет? А за кого он играет? Роналду играет за Альнасса. Ты откуда знаешь, что он играет за Альнасса? Старший плаванием занимался, ходил на плавание, все так, очень любит плавать. И Русик тоже на плавание. Дебрюн. Вот это? Это Бензима. Педре. Хави. Левандовский. Лука Модрич. Венисию. Месси. Синдин Зидан. Хэйн. Нормаш, Пеле, Криштиану Роналду. Вы знаете, с детства что-то, что-либо вообще привить, это личным примером. Самое главное – это личным примером. Вот они смотрят на родителей. В детстве, пока они не понимают, они там смотрят на нас. Мы поем, они поют с нами. Мы молимся, они молятся. Они повторяют. В детстве же папа самый лучший, самый сильный, самый вот правильный. И мама тоже самая. И вот они повторяют за нами. В последующем, конечно, человек должен сделать сам выбор этот. Это личный выбор, это не то, что папа сказал, и вот и ты будешь верующим. Нет, конечно, и уже когда дети взрослеют, мы с ними беседуем, общаемся, то есть у тебя есть выбор, но если ты выберешь такой путь, последствия будут такими, одними. В том пути будут другие последствия, поэтому как-то и на личном примере, вот в таких сердечных беседах, мы иногда бываем заговоримся до ночи, до трех, до четырех, вот так вот, а утром вставать. У нас каждый раз бывает любимчик, который младше. Особенно, когда я уже чувствую, что возраст подходит. Чувствую немножко уже, как бы, ну, старостью, наверное, не назовешь, но уже чуть-чуть так постарел, повзрослел. И уже младший, уже старших больше наказывали, младшим больше прощается как-то. И они это тоже чувствуют и ведут себя, соответственно, тоже. Да. У тебя есть любимчик?
Наверное, тоже Витосик. У нас Виталик маленький, он, да, такой любимчик у нас. Любимчик всех, всей семьи. Ну, старшие не обижаются. Бывает, они старшие говорят, вот ты нас, вот за это бы ты нас очень сильно бы наказала и поругала, а им ты вообще просто все прощаешь, и это, наверное, во всех семьях так. В молодости, когда много времени, тогда мысли нехорошие могут лезть, и человека уносит в стороны. Поэтому чем-то ребенок должен быть занят, работой или там какое-то хобби. Ну, у нас музыкой занимаются дети. Старший сын, вот, допустим, мне помогает уже зарабатывать деньги, как-то семью содержать. Ему 17 лет, и вот он любит работать, не ленится. Я, во-первых, одна, если я буду все делать то, что надо делать, это я и не смогу. Но, во-вторых, это же им в жизни пригодится в дальнейшем. Как без этого, если они не научатся элементарным вещам, то трудно будет им и в дальнейшем. Чтобы и для жизни было им не помощь, и вообще заставляем, да, какими-нибудь разными способами стараемся, чтобы они, хотя и не всегда они хотят, конечно, но стараемся, чтобы они помогали. А ты больше заставляешь или убеждаешь? Бывает по-разному, но в основном я кричу. Потому что, когда я что-то говорю спокойно, они почему-то особо не воспринимают. Стараюсь по-всякому, в общем. Ну, в последнее время не часто, потому что я стала беречь свои нервы. Поэтому... А то раньше как-то больше получалось кричать, сейчас... Ну, если даже что-то не, ну вот сказала, не сделали, стараюсь не зацикливаться на этом. Думаю, второй раз, третий раз скажу. Если нет, уже другие какие-то способы ищу, но кричать меньше. В последнее время я стараюсь меньше кричать, потому что, во-первых, это на меня сказывается сильно. Поэтому я решила так лучше. Да, она когда кричит, она такая, у нее характер мягкая чересчур. И даже когда кричит, они на нее смотрят так, как... по-доброму кричит. Если дети выбирают что-то, какую-то, может, деятельность или вообще что-то, что не соответствует нашим пониманиям и нашей семьи, и нашим идеалам, мы всеми силами стараемся переубедить. Если это получается запретить, как родители, мы все-таки на это имеем право. Если не получается уже так запретить, ну, старшие, взрослые уже, то уже стараемся переубедить на примерах каких-то в жизни, что, как написано в Библии, что посеет человек, то и пожнет. То есть сегодня ты что-то сеешь, завтра придется за это отвечать, пожинать и так далее. Ну, пока, слава Богу, у нас получается, с Божьей помощью, мы радуемся, у нас проблем с этим нету. Хотя переживания бывают, вот когда растут, ну, у девочек свои переживания, для мальчиков, конечно, по-своему переживания. Возраст непростой, я вот думаю, вот с мальчиком, допустим, вот у нас старший мальчик, я как-то стал больше с ним проводить время, дружить, общаться, там, доверять что-то. С собой часто брать, и ему это понравилось. И я смотрю, и мне даже мои некоторые товарищи задают вопрос, как у тебя это получилось, вот у нас там, допустим, сын. Я говорю, не знаю, это Бог милость явил. Я-то со своей стороны старался что-то делать. Ну, и это его личный выбор, конечно же, немаловажно, что он сам этот выбор сделал. Наверное, чтобы дети больше доверяли, я думаю, надо с ними... не просто быть им отцом или матерью, а быть другом. Стать другом для детей. Ну и я часто рассказываю свои примеры из жизни, чтобы понятно было. Какие-то даже могу секретики рассказать, и они понимают, что у нас такой разговор, можно поговорить, рассказать и свои секреты. С детства надо привить человеку, ребенку, вот я так понимаю, да, чувство личности, что он личность.
Иногда родители могут, может быть, из добрых побуждений каких-то, но так неосторожно поступить с ребенком и личность сломать в человеке. И тогда он никакие убеждения свои не сможет отставить, любые убеждения. Я думаю, что с детства хорошо, когда мы не просто смотрим на ребенка, что вот он мой, и он должен мне повиноваться, допустим, и как папа, мама сказали, да, а воспитывать в нем личность, самостоятельность. Ну, с какого-то времени уже надо ему что-то доверять. Ну, не получилось, может быть, не сильно поругать. Но это личность, выбор, мнение спросить, не зачеркнуть. Это мнение может быть по-детски как-то сформулировано. Но личность – это вот очень важно, чтобы человек имел эту личность. И опять-таки же еще большую роль играет, как они на родителей своих смотрят. Вот если родители в этом плане твердые, они уверены, они смотрят, и они понимают, что вот как мои родители живут, смотрят со стороны, вот я хочу так же жить. И если родители живут еще счастливы и радуются жизни, и они хотят тоже так жить, вот я думаю, вот какие-то такие моменты. Я думаю, что сейчас у нас, ну, между нами любовь больше, чем была тогда, когда мы поженились. Может, там была другая какая-то любовь, но сейчас стараемся друг друга. У нас бывает тоже, что что-то мы не понимаем друг друга, потому что мы же разные люди все-таки. Даже то, что я женщина, он мужчина. Но мы стараемся как-то поговорить, прийти к одному мнению, хотя я же говорю, мы очень во многом, у нас разные взгляды на жизнь. В чем-то мы, конечно, смотрим одинаково, но в чем-то мы смотрим очень по-разному бывает, хотя 20 лет уже вместе живем. И ну, стараемся все равно найти общий язык. И я думаю, что тогда любовь, какая у нас была сейчас, она стала намного больше и крепче. Я так думаю. Ты что скажешь? Ну, а вообще основание любой семьи, основа – это любовь. Вообще основа любого даже общества, взаимоотношений любых людей – это любовь. Если нет любви, это какие-то потребительские отношения, то, конечно, там успеха нету. Так жить и счастлив человек не может быть без любви, особенно в семье. Сказать, что наша любовь, тогда она была, я бы так назвал, по-детски, юношеская любовь. А со временем она оттачивалась и стала, ну, становится настоящей любовью. Конечно, у нас есть хороший пример, это любовь Божья, когда вот, Христос пришел на землю, его любовь заключается, он себя отдал, вот, его жертва. И поэтому, если мы это понимаем, что любовь – это не ждать от жены, например, да, что-то, чтобы она меня любила, а любовь, когда я отдаю, когда я что-то для нее делаю. Если каждый из нас так живет, ну а мы так живем, и слава Богу, у нас любовь на самом деле стала больше, крепче, мы глубже поняли и дорожим. Она не просто достается, такая настоящая любовь, и потом начинаешь ею дорожить, чтобы не потерять эти чувства, не утратить. Об этом надо говорить. Вообще у женщин, это женщина так создана, что это для нее бензин, она без этого не едет. То есть это каждый день надо говорить об этом. Как только забудешь сказать об этом, она напомнит и задаст вопрос, любишь ли ты меня. И приходится, конечно, отвечать, конечно, люблю, и если сам забываю. Нужно все-таки не забывать про романтику. Бывает, что вначале познакомились, романтика, друг другу, может быть, какие-то комплименты, что-то дарят или еще что-то, встречаются. А со временем как бы это уходит, потому что нету этой нужды, надобности, вот, она уже принадлежит мне, я ей, и никуда мы друг от друга не денемся. Но чтобы более интересно было жить все-таки по-настоящему, нужна романтика, нужно как-то напоминать, нужно напоминать, что мы еще все-таки молодые и так далее. Может быть, куда-то отвезти ее. Иногда вот у нас это бывает. Не так часто, конечно, как хотелось бы. Семья, дети. Что-то подарить, куда-то отвезти, вместе погулять. Вот так вот. А уже если гуляем, то чаще с детьми. Вдвоем уже, ну, попросим старших останутся с детьми. Или куда-то поехать еще лучше, в поездку какую-нибудь.
Ну, у нас иногда получается, слава богу. У нас бывают такие общения, где мы делимся своим опытом каким-то. Сейчас не вспомню литературу. Есть такая книга очень хорошая, «Пять языков любви» называется. Вот, она очень в помощь будет молодым людям, семейным парам. «Пять языков любви».